Добрый день. Всего хорошего. Добро пожаловать, герои. Вы услышали призыв Серебряного Авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды Серебряного Авангарда, который направится в цитадель Ледяной Короны. Из самых глубоких и темных пещер Грозовой Гряды был призван Гормак Пронзающий Бивень. В бой, герои! Твои чудовища не... А танки кто у нас? Я видел... Вижу все. ...соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. На червя. Близнецами и чудовищами, кислотной утробой и жуткой чешуей. На арену выходит ледяной рев. Сражайтесь или погибнете, герои! Я могу использовать эту способность. Не сейчас. Надо подождать. Не сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Нужно подойти к хорошему. Не вар. Все, токсин. Да, все нормально. Модельку, а фрейм вот этот круглый большой вокруг него, который красный. Кошку беги. Халява вообще. Все чудовища повержены. Как дела?
Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Тут 10 или 5, я не помню. Мелочь собирать не надо. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Напомни на меня только босса вначале. Ну, само собой, все равно напомни. Ага! Получилось! Трепещи перед всевластным Вильфредом Непопамсом, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Встаньте куда-нибудь, не знаю, поближе, что ли, друг к дружке хотя бы, а то я захилить далеко не смогу. Шаман на другую сторону тогда. Тут я главный! Да ну, не люблю я там стоять. Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство! Перед вами Джараксус, эретарский повелитель Желающего Легиона! Убежал. Трагично и должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. Да в коте можно, хочу там танчить его. С могучими рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. О, крылогать, да? Сражайтесь с честью. Сейчас запустим, а он нету. Да сейчас я зайду, Того, что ждет нас в будущем. За Орду! Знаешь, лучше ДПС. Паладин хил. ДК вот есть, а вара я не вижу. Вара нету. ДК танка поддержит и все. Остальное все просто вливаться, да. Милишник один сильный. Умрет. Thank you.
сдох, что ли? Я добегу до паладина, хильну шаман хиль здесь. Давно он такой халявы не видел. Просто зауешили как трэш, короче, и все. Они больно били, да. ТДшник с двух ударов умирал, если милишник бил. Этот, какой-нибудь мага. Оп, триньку я тисну, никто не против. Что, у меня медведь второй спек? Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля лича. Пусть состязание начнутся! Чё, триньку уперли? Да ладно, не обедни. Не, у меня 232-я просто, ну, уклон с героика. Ни о чем, это лучше. Спасибо, все нормально. Ну окей. Не достаточно. Во имя темного повелителя тебя оценили и признали ничтожным. Убьем быстрее. Сейчас.
Еще ДПС есть туда. Что тебе угодно? До встречи. Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Хватит. Тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Два танка-то будет или один? Тут есть 5,5 лямов. Главное, чтобы танки не убило и все. Встаньте под босса все, чтобы жуки когда подошли, а то они могут на вас пойти, вы будете далеко стоять, а там до них не достать. Жопу встанем, все. Локу бахните. Тапы все, ходы висят.
Да я в гильдии вроде. Нормально у нас. Если что, в друзья добавь, зови, я помогу, мне как-то не против. Но у меня РТ, как бы, точнее, мое время нужное мне, скажем так. Я до 7 работаю вечера по МСК. То есть с 8 я гораздо рейдит, потому что у меня гильда, ну как бы она рейдит, но раньше. Друзья, докинь, если что, да. Зови. Еще не ходил. Нет, я ходил, я на офи играл, я все это знаю. Я просто еще как бы для РС Гер, по-моему, не одетый, не? Ну, я понял. Мак, ставь, пожалуйста, порт. А, он там есть, извиняюсь. Ладно, всем спасибо. Пойду плащик на медведя почарю.